Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии, информационная программа «Республика». В студии Галина Титарчук. Остановка не по правилам. Сегодня в Чебоксарах инспекторы ГИБДД проверяли, где и как водители маршрутных автобусов высаживают пассажиров. Законные требования соблюдают далеко не все. В этом убедились Дмитрий Ковалев и Евгений Анисимов, которых также пригласили в рейд. В погоне за рублем они готовы нарушать скоростной режим, передвигаться с переполненными салонами и подрезать на дороге другие авто. Улицу Николаева, несмотря на большое количество телекамер, этот автобус пересекает прямо на красный свет. А водитель этого маршрутного такси попался на другом нарушении. По требованию пассажиров он остановился в неположенном месте, на середине перекрестка. Остановиться пришлось надолго, пока инспекторы составляли протокол. Теперь он обернется серьезным штрафом. За данные нарушения в отношении водителя будет составлен материал по делу об административном правонарушении. За данное нарушение санкция предусмотрена в размере 1000 рублей. Проблему с небольшими по размеру остановочными карманами в городской администрации пытаются решить. Некоторые точки, признают чиновники, необходимо расширить. Ну, у нас в большинстве по городу Чебоксары остановки, то есть заездные карманы соответствуют требованиям стандартов, но есть еще некоторые места, где нужно прорабатывать данный вопрос. Данный вопрос на контроле, возможное разделение, где это возможно по остановкам. Но ширина и размер остановок не всегда имеют значение. Зачастую, говорят инспекторы, даже на обустроенных по стандарту карманах водители останавливаются в неположенных местах. В каждом месяце проводятся общие республиканские рейды. По городу Чебоксары каждый день проводится рейд пешеход, пешеходный переход и маршрутный автобус. Правда, как показывает практика, нарушителей меньше не становится. В погоне за рублем далеко не все водители задумываются об остановках по правилам, то есть о безопасности пассажиров и пешеходов. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов. Республика. Аварийные ситуации создают не только водители маршруток. В сети появилось видео задержания нетрезвого водителя неподалеку от городского перинатального центра в новоюжном районе столицы Чувашии. Водитель «Приоры» уходил от патрульной машины, угрожая безопасности и пешеходов, и других водителей. Пьяного водителя патруль ДПС заприметил у торгового центра «Шубашкар». Но приказу остановиться он не подчинился, а наоборот увеличил скорость и стал уходить от полицейских. На видео с регистратора даже запечатлен момент, когда машину занесло, и она чуть было не столкнулась со встречным автомобилем. Пьяный водитель свернул во дворы, бросил машину и пустился на утек. Но все же силы были неравные. И нарушителю придется ответить перед законом. Близость родильного дома очень сильно осложняла обстановку. Права на ошибку у инспекторов не было. Данного происшествия никто не пострадал. В ближайшее время административный материал будет направлен в суд. Ядринский межрайонный следственный отдел проводит доследственные проверки по двум пожарам, которые произошли в Аликовском и Красночитайском районах 10 февраля. В каждом погибли по два человека. Рано утром 10 февраля загорелся частный дом в деревне Эликейкино. После тушения огня на месте пожара были обнаружены тела 76-летней хозяйки жилища и ее 47-летнего односельчанина, который помогал ей по хозяйству. Дом сгорел полностью. Вечером того же дня пожар произошел в частном одноэтажном деревянном жилом доме в деревне Санкино Красночитайского района. Дом также сгорел практически полностью. На месте происшествия обнаружены тела 55-летней хозяйки дома и проживающего вместе с ней 34-летнего племянника. Оба нигде не работали, злоупотребляли спиртными напитками. По предварительным данным, причиной пожаров явилось неосторожное обращение с огнем. В связи с этим просим жителей республики быть осторожными с огнем, не курить в постели, не оставлять детей одних без присмотра и соблюдать другие правила противопожарной безопасности. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ЗАО «Коммерческий банк Европейский трастовый банк» «Евротраст», сообщает РБК Дейли. Информация о проблемах кредитной организации появилась в СМИ в конце 2013 года. В ноябре «Евротраст» перестал принимать вклады физических лиц, объяснив это ухудшением общей экономической ситуации в России. А в конце декабря ввел запись на выдачу вкладов. Надо отметить, что банк участвует в системе страхования вкладов. В Чебоксарах работает отделение банка. В Чебоксарском отделении банка от комментариев отказались, перенаправив наши вопросы в Москву. Но и там ситуацию с банком и деньгами вкладчиков не прояснили.
Чувашии более 4000 детей-инвалидов. Все они нуждаются в заботе и поддержке со стороны государства. Необходима им и наша помощь. Валентина Петрова, бабушка особенного мальчика, обратилась с просьбой к уполномоченному по правам ребенка в Чувашии. Вячеслав Рафинов нашел людей, которые смогли помочь ребенку-инвалиду. Помощь была. Депутат Госсовета Николай Николаев и депутат Чебоксарского горсобрания Валерий Антонов быстро решили вопрос и подарили Ярославу Смирнову кровать, адаптированную для детей с ограниченными возможностями здоровья. Николай Станиславович возглавляет Федеральный центр травматологии и, как никто другой, понимает проблемы детей, которые не могут самостоятельно передвигаться. Ярославу 7 лет. Он не может сидеть без посторонней помощи, практически не видит. Бабушке и маме необходимо находиться рядом с ним 24 часа в сутки. Мальчику требуются особые условия проживания. Эта функциональная кровать во многом облегчит жизнь Ярославу и его близким. С помощью пульта регулируется высота кровати, поднимается изголовье. Своими силами такую кровать бабушка с мамой не смогли бы купить. И очень благодарны уполномоченному по правам ребенка за содействие. Я с ним поговорила, он сказал, я постараюсь вам помочь. И через где-то два дня он мне звонит и говорит, я нашел депутатов неравнодушным к вашей беде. И вот, пожалуйста, кровать стоит здесь. Я очень вам благодарна. И мама у нас очень скромная. Она не стала выходить, она тоже признательна вам очень. Живым и павшим героям войны, исполнявшим интернациональный долг, посвящается. 2014 год – это год 35-летия начала и 25-летия окончания войны в Афганистане. 15 февраля, четверть века назад, последние советские войска покинули Горную республику. Так закончилась десятилетняя война, в которой Советский Союз потерял тысячи своих граждан. В рамках празднования этой даты в Чувашии проходят множество военно-патриотических мероприятий. Сегодня в Госархиве электронные кинодокументации прошло одно из таких. 15 февраля 2014 года мы будем отмечать 25-летие окончания самой длительной войны в истории России 20 века. Она продолжалась 9 лет, месяц и 20 дней. Афганскую войну называют спрятанной. Даже те, кто жил в то время, очень мало о ней слышали и знали. Долгое время, правда, об афганской войне замалчивалось, порождая разные слухи. Государственный архив электронной и кинодокументации Чувашии дают возможность приоткрыть завесу над государственной тайной, узнать, что происходило тогда в кулуарах власти, в тылу и на поле боя. Это не просто кинопоказ, признается директор Чувашского госархива Николай Медведев. Это информационная площадка, где можно узнать интересные факты, познакомиться с историей конфликта. Это мероприятие нужно, безусловно, молодым, чтобы они знали нашу историю. Вот, как бы там ни было, вот, наша работа она связана именно дать молодым побольше именно информации об истории нашей страны, чтобы они действительно росли и воспитывались на таких ярких примерах из истории нашей страны. То, что эта война повлияла не только на дальнейшие события в нашем государстве, но и на всю мировую историю, очевидно. Несмотря на то, что прошло уже столько лет, к теме афганской войны приходится возвращаться вновь и вновь. Организаторы показа уверены, жизнь этих мужественных людей непременно станет примером подрастающему поколению. Галина Титарчук, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня день рождения Томаса Эдисона, всемирно известного изобретателя. Он усовершенствовал телеграф, телефон и киноаппаратуру, а также разработал один из вариантов электрической лампы накаливания. Не случайно именно сегодня в Чувашии открылся фестиваль науки. В Чебоксарском институте культуры собрались молодые ученые, студенты и представители власти. Там работала сегодня и наша съемочная группа. Извечный спор между физиками и лириками, похоже, сегодня решен в пользу первых. Лирики готовы признать первенство ученых, но с условием, что в их профессиональной жизни останется место для творчества. Дорогие молодые люди, никогда не сожалейте, что связали свою жизнь с наукой. Не бойтесь экспериментировать, не бойтесь творить, и все это воздастся. Хочу пожелать вам творческих успехов, а особенно вот тем, кто сегодня получает свидетельство за особую творческую устремленность. Поздравляю всех вас! Научная деятельность – процесс, который захватывает человека раз и навсегда. И самое главное – встретить на своем пути учителя, который поможет сделать первые шаги, и единомышленников, которые готовы продолжить начатое тобой дело. Наша научная школа была основана известным профессором, основателем
теории пластичности, то есть классиком, и Валерием Дмитриевичем Даниловичем. Вот, к сожалению, он скончался в марте. Вот, и научные исследования мы взяли в свои руки, то есть продолжили, то есть во главе с ректором нашего вуза Мироновым Борисом Буровичем. Мы занимаемся решением практических задач теории предельного состояния. В фестивале участвуют и совсем юные ученые. К примеру, Женя и Антон из Шумерлинской гимназии номер 8 изобрели настоящий спутник. Этот спутник планируется запускать с расстояния 2 километра, и при этом он должен будет передать с датчиков давления и температуры данные на базу. Это основная миссия. Дополнительная миссия. Мы же должны будем придумать еще дополнительные датчики, либо какую-то видеокамеру. Экспозиция, развернутая в фойе Института культуры, своего рода анонс мероприятий, которые пройдут в рамках фестиваля науки. В ближайшее время стартуют республиканские конкурсы «Наука 21 века» и «Женский облик науки». 16-я межрегиональная конференция «Фестиваль научного творчества учащейся молодежи» и фотоконкурс «Наука в объективе» запланированы на май. А третий республиканский фестиваль научно-технического творчества молодежи пройдет в июне. Так что у молодых ученых достаточно и времени, и возможности проявить свои таланты во всей многогранности. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика. Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения Василия Николаева. Доктор технических наук, профессор. Он известен своим вкладом в развитие газовой индустрии страны. А еще он патриот Чувашии, соавтор многих научных трудов по истории родного края. Работа на известном нефтехимическом комбинате в Башкирии, строительство, а потом руководство гелиевым заводом в Оренбурге – вот основные вехи его трудового пути. Признание Василия Николаева как ученого-исследователя в области гуманитарных наук состоялось чуть позже, когда он вплотную занялся историей чувашского народа. Сегодня об этом вспоминали его единомышленники, друзья. Цветы к подножию – дань памяти академику. Воспоминания продолжились в кабинете музея ученого. Он открылся несколько лет назад в помещении Фонда историко-культурологических исследований имени Константина Иванова. Там хранятся его работы в области истории Чувашии, национального костюма. По случаю его 75-летия в Чувашском государственном художественном музее готовится выставка «Василий Николаев. Патриот, ученый, личность». А в Литературном музее прошел вечер, посвященный столетию со дня рождения Аркадия Схеля. Чувашский прозаик, поэт, драматург, мастер сатиры и юмора родился в Цивильском районе. Работал в редакциях газет «Канаш», «Коммунизм Ялави», возглавлял Союз писателей Чувашии. Аркадий Схель начал свою деятельность в 30-е годы прошлого века. Его первый поэтический сборник «Добрый день» увидел свет в 35-м году. Широкую известность писателю принесла повесть «Орел» о чувашском летчике, герое Советского Союза Федоте Орлове в 1944 году. Кроме того, Аркадий Схель перевел на чувашский язык стихотворения Пушкина, Некрасова, Шевченко, роман Фадеева «Молодая гвардия». Дочь писателя Валентина Аркадьевна вспоминает, что семья у них была дружная. Отец много времени проводил с детьми, хотя во время работы отвлекать его было нельзя. Папа никогда не шумел, не кричал, никого нас не наказывал. Он умел так сказать, что уже, вообще мы были, даже соседи отмечали, дети из Хеля, говорят, какие-то все, говорит, глаза, говорит, вот так выставят и смотрят изумленно. Все такие вот глаза у всех похожие, необычные. Ну, у нас как? Пока папа дома работает, нас тихо, нам надо было быть. Папа ушел, мы уже можем пошуметь. А в общем-то мы были очень такие примерные дети. Вот старшая сестра закончила золотой медалью, я серебряный, младший брат тоже серебряный. Ну, то есть мы хорошо учились. 10 солистов детского хора «Соловушки» сегодня отправились на Олимпиаду в Сочи. Они будут петь на закрытии игр. Ребята вошли в состав сводного хора России вместе с тысячей ребятишек со всей страны. В нашем хоре 46 детей. Среди них нелегко было выбрать
10 самых голосистых и ответственных исполнителей. Все они неоднократные победители и лауреаты различных конкурсов и фестивалей. Первая репетиция сводного хора прошла еще в начале января в Мариинском театре Санкт-Петербурга. С ребятами занимались лучшие хормейстеры страны. У солистов было много впечатлений от северной столицы и от встречи с президентом России. Сегодня соловушкам пожелали успешного выступления и хорошей дороги в столицу зимней Олимпиады. ВТБ – один из крупнейших банков страны, специализирующийся на работе с крупным и средним бизнесом. На этой неделе подвел итоги своей работы в Чувашии за 2013 год на отчетной пресс-конференции. Репортаж смотрите далее, а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире Национального телевидения Чувашии. Коллеги, начинаем нашу пресс-конференцию. Всего за прошедший год предпринимателям республики предоставлено кредитов на сумму более 7 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом объем выданных кредитов увеличился в 1,3 раза. За это же время проблемная задолженность уменьшилась на 37%. Новой просроченной задолженности у нас за последние 3 года не было вообще, в принципе. И для нас качество работы с кредитным портфелем является приоритетным. И мы стараемся, естественно, работать только с очень хорошими заемщиками. На данный момент наш портфель гарантирует более 1 миллиарда рублей. По словам члена правления банка ВТБ Чаба Зинтаи, побывавшего в Чебоксарах с однодневным рабочим визитом, бизнес банка в республике развивается неплохо, но есть еще куда стремиться. Топ-менеджер ВТБ побывал на нескольких крупных предприятиях республики, которые являются клиентами банка. Визит в Чувашию оставил хорошее впечатление у гостя. Тут очень такая взвешенная позиция клиентов. Они достаточно, я бы сказал, тщательно и достаточно предметно планируют свои инвестиции. Они достаточно аккуратно планируют свои обороты, то есть строят свои будущие прогнозы. И, соответственно, под эти прогнозы они планируют брать кредиты. Это, конечно, радует, потому что это финансовая грамотность, которая всегда для банка – это, скажем так, залог успеха, что касается работы с клиентами. В текущем году перед местным представительством ВТБ стоит более чем амбициозная задача – рост кредитного портфеля до 5 миллиардов рублей. Также в планах банка – сотрудничество с правительством Чувашской Республики по финансированию крупных проектов.